Попробую снять. Камера слипнет почему-то. Очень плохо видно. Да, снять будет трудно. Вмятины есть, вот они. На белом блик виден. А в таком освещении снимать не получается. Так что сори. Вот, можно видеть по линии. Вот линия ходит туда-сюда. Градинки видны. А так, вот я ее вижу, вот они, вмятины. Раз, два, три, четыре, пять. Мелкие, конечно. А снимать не хочет. Или вот, допустим. Вот. Их видно. Так что не вижу смысла тратить время. На выходе потом сниму, что получается. Вот тут я еще за багажник не брался. А вот крыша. Так, а если сбоку попытаться? Вот сбоку как-то видно. Объектив не засвечивает. Ладно, не будем тратить время, ни свое, ни ваше. Вот снять вмятинки можно только таким образом. В экране. А по-другому не получается. Вот здесь уже почище. Но я сейчас делаю только то, что легко делается, доступно, не надо залазить под усилители и что-то. Так сказать, для начала идем по легкому пути. Убираем те вмятины, которые легко доступны. А потом уже занимаемся тем, что под усилителями в каких-то неудобных местах и напоследок останется только там, где придется сверлить отверстия, там, где доступ, как бы, они не в открытом доступе. Вот такая вот красота. Ну вот. Видно там, где под усилителями играется еще вмятинки. Здесь снутри три усилителя. Вот под ними еще вмятинки, вот они видны. Вот она жирненькая. И вот под усилком еще играет переливчиками вмятины. Но в общем-то уже осталось маловато. Вот еще вмятины. Так, в общем-то, уже нормально. Но багажник еще пока я не трогал. Вот вмятинки видны.